Итак, привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить о этих двух смартфонах. Смартфона компании Apple на iOS и смартфона компании Samsung на Android с One UI 2.0. И хочу я поговорить о удобстве использования самой оболочки, самой операционной системы. И если вы когда-то пользовались iOS с iPhone 10, вот, когда появился, пропала кнопка «Домой» и появилось управление жестами, и поглядывали в сторону Android-устройств, но боялись переходить из-за того, что будет неудобно в плане управления, то есть вы привыкли к жестам, а на Android немножечко логика другая, тут вот эти три кнопочки, которые «Возврат домой», «Стрелочка» и так далее, нету жестов «Возврата назад», свайпами, то есть, ну, чего-то не было, то теперь с выходом Android 10 и One UI 2.0, в частности, на этом устройстве, на устройстве Samsung, все кардинально изменилось, и теперь можно переходить с устройства iOS на устройство, ну, конкретно вот Samsung, допустим, с One UI 2 безболезненно, так как появилось новое управление жестами. И все стало до боли похоже на iOS, а в чем-то даже, наверное, и удобнее. Что я сейчас вам и покажу. Вот сравню эти два устройства в плане управления жестами. Итак, смотрим, будет интересно. Поехали! И давайте, наверное, начнем с открытия каких-либо приложений. Вот, открываем здесь интернет, здесь открываем Safari, и вот, видите, и здесь появилась вот такая продолговатая линия. В iOS она была с iPhone 10, в Android она появилась недавно. Раньше было здесь три таких линии. Центральная отвечала за возврат на домой, правая на многозадачность, левая за возврат на экран назад. Сейчас же сделали, как в iOS, одну линию. И для того, чтобы вернуться на экран домой, вам достаточно сделать свайп снизу вверх. То же самое, как и на iOS. Даже анимация, мне кажется, довольно-таки похожа. Вот, все сворачивается в иконочку изображения. Теперь давайте посмотрим, как посмотреть недавно открытое приложение. В iOS мы делаем свайп снизу вверх, удерживаем палец, у нас открываются вот эти вот недавно открытые приложения. Что же мы делаем на One UI 2.0? Делаем то же самое, свайп снизу вверх, и вот они, приложения, которыми мы недавно пользовались. Здесь мы их можем листать вот так, типа карусель. Здесь приложения как плиточки отдельные. Закрываем мы приложение, соответственно, свайпом вверх. В Samsung мы аналогично можем закрыть приложение или нажимаем кнопочку «Закрыть все». Здесь даже, наверное, немножко поудобнее. Итак, свайп по полосочке, вот здесь она видна, здесь ее нет, допустим, влево. Мы вызываем последнее вызванное приложение, которое у нас было открыто. Вот здесь и здесь браузер. Опять возвращаемся на домашний экран. Опять свайп. Вот это приложение. И также мы можем перемещаться по приложениям, которые были открыты ранее. Вот таким вот образом. И здесь то же самое. Можем перемещаться. То есть аналогичное управление стало. Что касается перемещения по каким-либо там вкладкам, менюшкам и так далее. Давайте мы вот зайдем в настройки здесь и зайдем в настройки здесь. Потом зайдем в какое-либо подменю. Даже, видите, группировка стала приблизительно похожа. Здесь они сгруппированы, что касается связи, уведомлений, там каких-то остальных настроек. Здесь тоже все настройки, они сгруппированы по каким-то определенным и здесь настройки тоже сгруппированы. И давайте вот зайдем, допустим, в основные здесь и в дисплей здесь. Для того, чтобы вернуться в предыдущее меню, мы делаем на iPhone свайп слева направо и возвращаемся. На
Android мы делаем то же самое. Мы возвращаемся в предыдущее меню. То есть они добавили тоже управление свайпами. Хочешь отсюда, хочешь отсюда. Все равно. То есть тоже удобно. Если мы делаем свайп с левого нижнего угла, вот отсюда, мы открываем голосовой ассистент. Или, допустим, с правого угла. То же самое происходит. Дальше. Режим работы одной рукой. Есть и здесь, и здесь. В iOS он реализован следующим образом. Мы вот по нижнему краю свайпаем сверху вниз. И у нас изображение все смещается вниз. Что происходит на Android? Мы делаем абсолютно то же самое, только изображение у нас смещается к одному из углов. Допустим, или к правому, или к левому. Это мы можем выбрать. Касаемся к черной области, и возвращается все к большому экрану. То есть, все аналогично. Что мне нравится больше в Android? Для того, чтобы открыть шторку уведомлений, достаточно сделать свайп в любой части экрана сверху вниз. Делаем свайп, открывается шторка уведомлений и вот быстрых вот этих вот действий всяческих, там яркости и так далее. В iOS, к сожалению, так невозможно. Нужно тянуться пальцем вот к этому углу. Вот так это мы делаем. И вот у нас открывается вот это меню, где мы можем включить Wi-Fi и быстрый доступ к каким-либо функциям. Также есть у нас шторка уведомлений, но мы ее должны вытянуть с середины. Вот, теперь у нас есть шторка уведомлений. Или мы в любой части экрана также можем сделать свайп вниз, и у нас открываются предложения Siri приложения, или быстрые какие-то действия, которые мы можем выполнить. Разблокировка по лицу работает и там, плюс-минус одинаково. iPhone, конечно же, в темноте работает лучше, но и Samsung в 90% всегда разблокирует довольно-таки быстро, шустро. И мне нравится, что здесь можно включить переход сразу же на рабочий стол. На iPhone, соответственно, нельзя. Вы должны, он когда вас узнает, вы остаетесь на экране блокировки. И только с помощью свайпа вы переходите, вот он меня даже не распознал сейчас, переходите на рабочий стол. Вот как бы в этом небольшой минус. А на Samsung вот двойной этап, экран зажигается, и вы переходите на рабочий стол. Ну вот как бы вот это те самые основные жесты, которые появились в One UI 2.0, а с Android 10, которые полностью повторяют жесты в iOS 13 в частности, и в iOS в других, все то же самое. Вот, поэтому если вы думали перейти с iOS на Android, но думали, что вам будет там неудобно в управлении, в жестах, могу вам сказать, как человек, который перешел с iPhone на Android, конкретно на этот, вообще никаких проблем, очень удобно, все то же самое. Поэтому не бойтесь менять платформы, пробуйте что-то новое, попробуйте Android, он в нынешнем поколении стал очень удобен, очень классный, вот, быстрый, шустрый, без лагов, iOS лагает, наверное, больше. Пробуйте, не бойтесь переходить. И спасибо, что посмотрели видео, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока. Ставьте лайки, кстати, не забывайте. Да-да-да, лайки, это обязательно. И подписка. Вот, ну, теперь точно все. Всем пока.